Нет. Привет. Привет. Так, все у нас запущено. Ребят, пока собираемся, я бы хотела вам напомнить, потому что мне столько вопросов накидали. Сейчас начинается новый месяц. Это я бы хотела сказать по закрытому клубу. Я не смогу, ребят, всем напоминать об оплате, потому что изначально мы договаривались, что абонентская плата в клубе будет 500 рублей. Это календарный месяц. И с теми ребятами, которые зашли в сентябре, какого бы сентября они ни зашли, неважно, там, 15, 20, 30, у них идет календарный месяц с октября. То есть весь период сентября мы не засчитываем, потому что там было очень мало эфиров в клубе. Поэтому, ребят, кто зашел с октября, с начала октября, пожалуйста, отслеживайте сами самостоятельно, когда нужно оплачивать клуб. Потому что я вам всем писать не смогу, потому что если отправляешь несколько сообщений одинаковых, ну там даже если изменить одно какое-нибудь слово, то Инстаграм это считает за спам и будет блокировать этот клуб. Поэтому, чтобы такого не произошло, пожалуйста, сами смотрите, какой ваш календарный месяц. То есть октябрь, значит, 1 ноября оплатить. Если там 20 октября, то значит 20 ноября оплачивать. То есть календарный месяц. Отчет идет с 1 октября. То есть кто зашел раньше октября, у них все равно с 1 октября. Кто проплатил там 20 сентября, у вас эти 10 дней, они не засчитывались, то есть они шли бесплатно, потому что клуб был не наполнен эфирами. Это я сразу же сказала, поэтому с октября считаем. И кто в начале октября оплатил, те, пожалуйста, считайте, потому что иначе мне придется просто удалять. Вот я 2 числа прилечу уже в Екатеринбург, и мне придется тогда уже смотреть, я не смогу вам отправлять напоминалку, пожалуйста, сами будьте напоминанием самому себе и какую-то себе напоминалку. Кстати, вам же проще про самого себя, про одного напоминалку напомнить, чем мне про всех. Иначе мне придется вас удалить, и это опять тот же самый процесс. Если вы захотите опять вступить в клуб, это то же самое, запрос, подписаться, еще что-то. А здесь просто как бы чек скинули и все. Чек можно в тот же в закрытый клуб скинуть, я потому что там в директе все проверяю. Вот, и еще такой вопрос. Очень многие мне пишут, как подписаться, как найти закрытый клуб, хотя я все напоминалки-то скидываю. Где сторисы, где постоянные сторисы, как эфиры, как их смотреть, как еще что-то. Ребята, если у меня будет столько вопросов вот по этой теме, то мне придется сделать платный курс по Инстаграму. И чтобы этого не было, есть море бесплатной информации на Ютубе, например. Если кто-то не умеет пользоваться Инстаграмом, зайдите, пожалуйста, в Ютуб, посмотрите, как это делается. У вас займет это, ну, максимум 20 минут, и вы поймете, как это делает. У меня сегодня, чтобы ответить, как подписаться, как найти сторис, как найти эфиры, я сегодня отвечала, ребят, вы не поверите, 3 часа 40 минут. Я отвечала, кто вот мне делал эти вот запросы, кто писал. Эти 3:40 я бы могла провести как минимум один эфир в клубе закрытом. Но я просто так действительно устала отвечать. Это не потому что, но это я же вам другую информацию хочу передать, которая для вас более полезна. А вот это вот делать скрин, потом рисовать эти стрелочки, куда сейчас нажать, куда сейчас нажать.
Давайте будем уважать время друг друга. Я правда хочу больше вам записать эфира в закрытом клубе, чтобы у вас было максимально той информации, которую вы не сможете взять где-то в другом месте. А про то, как пользоваться Инстаграмом, вы можете взять бесплатно на Ютубе. Вот, поэтому, ребятки, не забывайте, пожалуйста, про оплату, чтобы и мне было спокойнее, и я не занималась вот этой вот ненужной работой, и чтобы вам было спокойно, чтобы не было такого: «О, что это на меня удалило? Ну-ка, какая коза! Не могла предупредить! Посмотрите-ка на нее!» Что вот это, я не могу не предупредить, потому что это действительно очень много времени занимает. И просто Инстаграм заблокирует, у нас с вами не будет клуба. Вот, и мне кажется, что он вам очень понравился. Вот. Так. О, ребят, еще, пока не забыла. Пожалуйста, можете в школу Инстаграм. В школу автономии. Можете в закрытый клуб, можете на мою страничку. Пожалуйста, скиньте свою электронную почту, которой вы пользуетесь. Электронная почта, знаете, для чего нужна? Потому что очень часто блокируют сейчас Инстаграм, шалит. И очень часто блокируют любые аккаунты, без разницы какие. И чтобы мы с вами друг друга потом не искали, если мало ли с нами приключится такая история, то у нас будет ваша электронная почта, если, например, какой-то новый аккаунт, мы сразу же вам скинем на электронную почту, какой новый аккаунт открыли, либо еще что-то. Какого-то бесполезного спама там не будет, не переживайте за это. Вот, это только делается для нашего совместного удобства, чтобы мы уже не потерялись и точно знали, где, как, чего. Ну, еще пока это не обсуждалось, но, может быть, какие-то значимые события, такие как выездной ретрит. Тём пишет, он пошел снова на сухие. Молодец, Тёмочка. Вот. Поэтому вот такие вот новости сразу же решила, пока присоединяется кто-то, чтобы у вас эта информация осталась. Про выездной ретрит. Вот сейчас вот я лечу в Екатеринбург. И там предполагается встреча, кто в Свердловской области, в Челябинской, в Пермской. Если кто-то хочет присоединиться и побывать на встрече, я с удовольствием со всеми встречусь. У нас там получается, у меня есть в основном аккаунте, в моем, у меня есть пост прям, что я сегодня его еще раз размещу в сторис, что я прилетаю с такого-то по такое-то число, 4-е число предполагаемой встречи. И кто организатор? Там Даша, девочка в Екатеринбурге, организатор, ей все вопросы можно задать. Эта встреча будет только оплата помещения, где мы будем встречаться. Вот. Поэтому всех милости просим, если кто хочет пообщаться, задать какие-то вопросы лично, то я с удовольствием. И планируем на зимние каникулы тоже выездной какой-нибудь ретрит сделать. Причем мы его планируем сделать, что не только я уже буду, там, скорее всего, будет Настюша, которая проводит с нами в закрытом клубе тренировки, но они просто крутые. И, возможно, мы его, конечно же, сделаем у Римы, в горячем ключе. Риму тоже вы, наверное, уже многие знаете, которая на Автополстар, в Зуме, которая как раз ведет со мной эфир. Вот, вы ее тоже знаете, она... У нее огромный опыт, много чего всего. Вот. Поэтому нас там будет много. Если кто-то не успевает к Екатеринбургу присоединиться, и кто-то думает, где бы провести зимние каникулы, в какой бы прекрасной компании. Прекрасная компания вас ждет. Поэтому с удовольствием, с радостью сделаем такой вот выездной ретрит. Вот, это будет, скорее всего, в Горячем Ключе. Город Горячий Ключ, Краснодарский край. Но это еще не утверждено, конечно же. Я думаю, что мы, наверное, ближе к концу ноября мы уже будем четко знать, когда это будет, чтобы вам уже подготовиться. Ну, конец ноября, начало декабря, я думаю, что мы уже определимся с этим процессом.
Но опять же будет зависеть еще, наверное, от того, насколько все закроет. Но хотя вот у нас в Краснодарском крае вот лучше обстоят дела, чем где бы то ни было. Ну, мне так кажется, судя по тому, что пишут, это вообще. Так, а у нас сегодня тема, как оставаться спокойным под давлением. Очень много вопросов приходило, как оставаться спокойным под давлением. Ну, мы уже подобную тему с вами разбирали, ребят, да? И я все же хочу еще раз тогда на ней остановиться, если уж было столько запросов. Смотрите, мы сегодня тоже разбирали на закрытом марафоне с девочкой эту ситуацию. Очень многие, особенно многие психологи, да, психотерапевты, когда к ним приходишь с какими-то обидами, либо с какими-то непониманиями, с каким-то непринятием себя, то очень часто начинают доставать то, что у вас было в детстве, потому что все наши обиды, ну, наверное, 80%, они идут с детства. И получается такая ситуация, как я ее сейчас вижу. Я когда-то тоже так работала, я когда-то, у меня был целый курс на 4 дня проработка обид. И я действительно прорабатывала эти обиды. И ребятам это нравилось, то есть они были восхитительные отзывы просто, что там то проработали, то проработали. Но чем дальше я иду в познание себя, в познание этого мира, тем больше я понимаю, что это такое бесполезное. То есть там вот эти вот обиды, это как болото. И как бы мы это болото не месили, как бы мы его не украшали цветочками, оно чистым озером не станет. Это всегда останется болото, которое искусственно чем-то приукрасили. И поэтому, как бы мы ни разбирались в себе в том, мы никогда не вытянем и не проработаем до конца эту обиду. А не проработаем мы ее по одной причине, что всегда та ситуация прошлая, она не такая, как мы ее помним сейчас. То есть, когда эта ситуация была там, мы были другими. У нас было восприятие иное, другое. А сейчас мы себя с новым восприятием, с новым становлением самого себя пытаемся проработать ту ситуацию, в которой мы были другим человеком, иным человеком. И именно поэтому она у нас всегда сидит, как в ребрах заноза. И мы ее вроде бы и проработали, но когда мы к ней возвращаемся, начинает вот эта вот заноза колоть. Потому что того восприятия, таких ощущений, тех ощущений у нас не будет больше никогда. Мы стали другим, мы стали иным. И та ситуация, которая была, она не такая, как мы ее помним сейчас. И поэтому, как бы мы ее ни прорабатывали, она всегда становится недоработанной. Но как только мы поймем, что все, что у нас сейчас есть, это я сам, я настоящий, я живой, и все, что есть в моем мире, это мой мир, в котором есть я, основа всего. И когда мы поймем, что если этой основы меня не будет в моем мире, то моего мира не будет вместе со мной.
И поэтому, если стоит, например, человек, который вам говорит какие-то неприятные, нелестные вещи о вас, как-то пытается вас зацепить, ущемить, принизить, обидеть, всегда помните, что он это делает только лишь потому, что вы разрешили ему сейчас говорить в вашем мире. И когда вы это осознаете, что бы он ни говорил, знаете, это как выражение, как об стенку горох, да? Что бы он ни говорил вам, у вас будет стоять вот такая вот пелена, и она будет вас только улыбать, эта ситуация вас будет только улыбать, потому что вы четко понимаете, что он может сейчас вам говорить только лишь потому, что вы разрешили ему быть в вашем мире. И эта ситуация, что бы он ни сказал после этого, после вашего осознания, она вас не сможет обидеть ни при каких обстоятельствах, потому что вы будете четко знать, что он говорит в вашем мире ровно до тех пор, пока вы разрешаете ему говорить. Как только вы поймете, что вам уже не интересно слушать то, что он говорит, вы можете в этот же момент, в эту секунду, в это мгновение улыбнуться, развернуться и уйти. Потому что это ваш мир, и вы решаете. Продолжать слушать высказывания кого-то про что-либо, либо не продолжать. И тогда уже будет вопрос просто сразу же развернется. И тогда уже будет вопрос стоять о том, что не вы обижаетесь на него, не вас он может обидеть или нет, а какое у него осознание, у стоящего этого человека. И если он осознает всю суть вещей, то он просто скажет: о, понятно. Он молниеносно эту ситуацию отразит. Но если этот человек не осознал эту ситуацию, что его мир – это его мир, и то, что он там говорит или высказывает, это он в своем мире высказывает. А в ваш он зашел только по вашему приглашению, и сейчас вы сказали, что все, до свидания. То тогда он может обидеться, если он не осознал. Но вы должны быть на том уровне осознания, что вы должны очень четко понимать, что он не виноват, что вы дошли до этого уровня. И вы не должны его тянуть к себе, говорить, и что-то ему доказывает, вот, понимаешь, ты не обижайся на меня, ты... Дайте ему прожить, позвольте ему прожить свою обиду, позвольте ему самостоятельно выйти из этой обиды. Если он вас не просит ему помочь, если он вас не просит разобраться в этой ситуации, оставьте его в покое, не навязывайте свой мир ему. У него он свой, и он должен его проработать и доработать самостоятельно. И именно поэтому в вашем мире никаких обид быть не может. Вас может обидеть только вы сами. Себя можете обидеть. Больше никто. Но вам надо самого себя обижать? Нет. А кто на вас может влиять в вашем мире? Если вы начнете перечислять по пальцам, говорит, нет, вот меня можно обидеть. Вот я вот, например, обижаюсь, когда вот этот говорит. Вот я, например, обижаюсь, когда вот этот говорит. Кто-то очень близкий из вашего мира. Всегда задумайтесь, почему вы делаете фокус внимания на нем. Как только вы сделаете фокус внимания на ком-то другом, ваша картина перекосится. Все, она уже не висит ровно. Все, ваша картина мира пошла наперекосяк. В точку резонирует. Это именно вот про целостность, про честность перед самим собой. И когда вы говорите, что мне важно его мнение,
На самом деле вам важно не его мнение. Вам важно быть хорошим или хорошей в картине его мира. Не для вас, не в вашем мире важно, чтобы он как-то на вас реагировал по-иному. Он на вас всегда будет реагировать, иной человек, только так, как его мировоззрение работает, не как ваше. Что бы вы ни говорили ему, он всегда услышит только то, что у него крутится, не то, что вы говорите. И когда вы говорите, что мне важно, что кто-то другой как на меня отреагирует, мне важно, как он, чтобы ему было хорошо, мне важно, чтобы ему было так-то, мне важно, чтобы ему было так-то. Возвращаемся сразу же к честности. Как только вы это себе отлавливаете, что вам важно, что кто-то другой как-то на вас реагирует, отлавливайте себя и возвращаемся в честность. Вам важно не как он на вас отреагирует, вам важно, как вы будете выглядеть в картине его мира. Вам важно быть хорошей в его картине мира. Вы про свою картину забываете напрочь. Очень часто такое бывает с детьми, да? Когда мне важно мнение ребенка. Мне важно, как... Ну, пусть не мнение, хорошо, если даже маленький ребенок. Мне важно, как чувствует мой ребенок себя. Как это так? Вы что, не мать? Как мне писать? Вы что, не мать? Вы говорите о себе. Это эгоизм? Пусть это будет эгоизм. Это здоровый эгоизм, это по-честному. У меня дети прекрасно знают, что... Я им по-честному сказала. У нас с ними только честные разговоры. У нас с ними разговоры из глубины. Всегда на чувствование. Не на голове. И я им всегда говорю... Я очень сильно люблю себя. В моем мире я центр своего мира, я центр своей вселенной. И я все делаю для того, чтобы я была счастлива. Я. В первую очередь. А чтобы я была счастлива, мне очень важно... Чтобы мои сыновья улыбались, мне важно. Мне важно, чтобы мои сыновья были здоровы, мне важно. Для меня, чтобы я была счастлива. Мне важно, чтобы мои сыновья испытывали комфорт в чем-либо. Мне важно. Для меня это важно. И чтобы я себя чувствовала максимально счастливой, я делаю все для того, чтобы мои сыновья улыбались, потому что мне от этого по кайфу. Я делаю все для того, чтобы мои сыновья были здоровы, потому что мне от этого по кайфу. Я делаю все для того, чтобы мои сыновья были в комфорте. Ну и тут много-много факторов, потому что мне это важно. И они это знают, это по-честному. И это же по правде. И именно поэтому они учатся быть счастливыми. Не потому, что они себя начинают ущемлять в чем-то, что «Ой, я этого не хочу так делать, но как бы, ну чтоб маму порадовать. Ей же будет приятно». А он от этого испытывает жуткий дискомфорт. Ну, чтобы на каком-то этапе мам порадовать. А если я их приучаю к честности перед самим собой, то он уже то же самое действие сделает не потому, что меня порадовать, а потому что себя порадовать, потому что в его картине мира он захочет видеть меня счастливой, и это будет по-честному. И чтобы ему порадовать себя, он придумает способ, чтобы порадовать меня. И каждый получает свои плюшки абсолютно честно. И только в этом случае мы детей, либо кого-то другого, можем научить быть истинно счастливыми. Не потому что доказывая кому-то что-то, а потому что они становятся честными перед самим собой. Они перед самим собой снимают маски. Не
играют роли. Они начинают себя оттачивать, свой стержень начинают оттачивать, отполировывать. Они не начинают навешивать на себя ярлыки, как мы это делали в свою очередь, да? Чтобы быть хорошим перед кем-то. Они, им это уже не надо. Он понимает, что такое честный перед самим собой. Он понимает, что такое я. И он начинает просто оттачивать, отполировывать свои грани. И это самые счастливые, самые искренние, самые настоящие люди. И с ними приятно находиться. С ними приятно быть. Потому что ты понимаешь, что с этим человеком тебе не нужно быть очень хорошей. Каким ты, например, там не хочешь сегодня быть, да? Что тебе нужно быть каким-то там юморным, хотя у тебя сегодня настроение вот какое-нибудь поганенькое, ты не хочешь улыбаться. Ты просто хочешь с этим человеком быть, потому что тебе просто с ним комфортно сидеть и молчать. Потому что ты знаешь, что с этим человеком ты можешь быть собой. Неважно, какой ты. Ты просто есть, и это факт. И это клёво. И это про честность перед самим собой. И это про то, что как мы можем быть самим собой под давлением. Только когда мы сами собой становимся, на нас никто не может оказать давление. Как? Просто факт. Мы воспринимаем всю ситуацию просто, она, потому что она есть, это факт. И не надо ее оценивать, хорошая она или плохая. Кто-то давит или кто-то не давит. Ну, кто-то, если хочет давить на нас, ну, пусть давит. Ну, вот ему хочется давить. Но мы-то этого не ощущаем, мы-то уже себя принимаем. А у него может, там, не знаю, там, хоть глаза на выпучку уже. Но это его мир, это его процесс. Это его познание. Позвольте ему быть в этом состоянии. Даже когда начальник начинает давить, да, вот у меня такой начальник, а я не могу уволиться с работы. Ну, не увольняйся. А при чем здесь начальник-то? Ты не можешь уволиться с работы. Тебе не нравится начальник. Ну, не нравится. А что тебе не нравится? Ну, он просто есть. Вот он просто, вот он так переживает за свой процесс. Это его процесс, отстань от него. Вот он тебе вот это высказывает. И ты понимаешь, это входит в твою профессию, это входит в твою работу, либо не входит. Если входит в твою работу, то какая разница, как он тебе это доносит? У него могут даже сосуды на глазах полопаться. Ну и пусть ему так приятно доказать, он чувствует себя... что он выложился на 100% на этой работе. А ты просто делай свою работу, неважно, как он тебе ее преподносит. А если он от тебя просит то, что не входит в твои профессиональные обязанности, ты можешь абсолютно четко сказать, как бы не вопрос, я могу это сделать, но тогда нужно будет доплатить. Либо переложить эти обязательства на кого-то другого. Вот у меня вот так вот, мы об этом договаривались. А то, как он к вам относится, ну, позвольте ему относиться, как он относится. Зачем вы лезете в его картину мира? Примите себя, примите свою картину мира, примите себя как художника этой картины. Кто вам что скажет? Вы художник, вы рисуете. Вы рисуете небо голубым. Вот приходит кто-то, подходит кто-то другой, говорит, рисуй красным. Ты говоришь, да мне не надо красным, я голубым рисую, у меня небо, у меня вот тут все, пейзаж, все, готово. Он говорит, рисуй красным. Ты что, возьмешь и будешь, ну как бы, ну ладно, давай, будешь рисовать красным. Ты же не будешь этого делать, потому что это твоя картина. Ты наслаждаешься красками своей жизни. Ты проживаешь то, что ты рисуешь. Я всегда выслушивал начальника. Соглашался, но делал все по-своему. Зато начальник был уверен, что я сделала все, как он сказал.
Ну, тут такая палка о двух концах, да? То есть вам нравилось обоим пребывать в какой-то иллюзии значимости друг перед другом. То есть начальник был в иллюзии то, что ты делаешь, потому что он не хотел тебя куда-то там передергивать, потому что это иной процесс. Это опять нужно усилия прилагать. А ты был в иллюзии того, что ты делаешь все по-своему. И ты как бы сам себе начальник. Это игра в одни ворота. Вы встали на одну планку, и вот это вот перетягивание каната, вот это вот игриво, я отсюда, а я сюда, а я сюда, а теперь ты, а снова я. Она все равно такая вот бесполезная. Время провождения. То есть ни один не мог себе в чем-то признаться, ни другой. И вот вы ходили с повязкой, да? Сейчас повязки, маски на рот и нос, а вы с повязкой ходили на глаза. И вас это устраивало обоих. Это игра, да. Мы все играем в игры, свои, либо чужие. И вы только выбираете. Вы будете играть. Все большая игра. Все огромная монополия. Только вы понимаете, либо вы знаете правила игры и четко знаете, как вам нужно сыграть. Либо вы все время в таком, что и что, где, когда. И для вас все время что-то новое. Как это могло случиться? Убирайте иллюзии. Мы ничего никогда не сможем контролировать. Мы ничего не контролируем. Это все огромное-огромное заблуждение, что мы можем это проконтролировать, это проконтролировать. Когда вы принимаете себя, свою картину мира, вы понимаете, что все, что есть вокруг нас, это все создано только для нас, это все создано для тебя. Все, что есть. Небо, деревья, цветы, асфальт, магазины, машины, одежда. Все создано для тебя. Что ты хочешь здесь поменять? Что ты хочешь нового сюда привнести? Здесь уже настолько тебе каждый раз что-то новое предлагают, все время что-то дорабатывают этот мир, все время как-то усовершенствуют этот мир. Постоянно, постоянно, что тебе еще нужно? Расслабься, живи, все у тебя есть. Это с кем-то другим со мной такого не произойдет. Да, есть такое. Есть такое, да, что мы говорим, что, о, это точно с кем-то другим со мной такого не произойдет. Это про контроль. Это когда мы думаем, что мы все контролируем. И когда мы думаем, что мы все контролируем, тогда мы думаем, со мной такого не произойдет. Я знаю это, я знаю то, я был там, я делал это, я вот познал вот это, я познал то. И как только нас вот эта вот игра в контроль, закручивает, как центрифуга. Она нас выжимает так, что мы потом просто вот такие вот. Мы не можем ничего контролировать. И именно поэтому я говорю, всегда расслабляйтесь. Это не говорит о том, что у вас не должно быть каких-то целей. Но вы не можете правильно выстраивать эти цели, ребят. Вы все время... Вы построили себе какую-то цель, нарисовали ее и идете к ней. И идете к ней, вижу цель, не вижу преград. Вы не живете в процессе, когда вы идете до цели. И вы настолько уже запыхались, что когда вы подходите к этой цели, она вас и радовать-то так уже не радует, но либо какое-то непродолжительное время.
И чтобы вам постоянно оставаться в тонусе, вы себе ставите следующую цель. Потому что иначе, если вы вернетесь к самому себе, вы просто обнулитесь. Вы будете понимать, что какая-то пустота. А что я к ней шел-то? А что я его покупал? Что я эту машину покупал? Что я этот дом покупал? Вот зачем мне это все? Вот это вот обнуление приходит. Потому что мы идем к цели, видя только цель. Мы не видим пути. Но нам же нужно по-иному все это делать. Что такое цель? Это сосредотачивание этих мыслей. Нужно возвращаться в до мысли. И когда мы возвращаемся в до мысли, только тогда мы можем идти здесь и сейчас, наслаждаясь путем, приходя к своей цели. Но это иной процесс. Это я как раз рассказываю на марафоне по депривации сна. У нас есть эта практика прорабатывания себя до мысли, чтобы научиться жить в моменте. Но это не про то, ребята, жить в моменте, это не про то, что ты такой весь воздушный, пукаешь розовыми бабочками, ни о чем не думаешь, неважно, как оно будет завтра, я вот живу здесь и сейчас. Это не про это глупости, это философские глупости, которые человек не познал состояние до мысли. Все можно, это все для нас, все можно сделать, можно себе ставить цели, четкие цели, которых ты, ну, их нужно правильно ставить еще. Мы же еще не умеем ставить свои цели. Мы не умеем хотеть. Мы не умеем мечтать. Мы не умеем обозначивать тот момент, что мы хотим действительно. Мои бабочки фиолетовые. Класс. Мы думаем, что мы хотим это. А когда я начинаю с ребятами, ну вот марафон желаний, например, да, когда я начинаю с ребятами, вот мы начинаем выковыривать, они этого не хотят. А получается, что они хотят, они не знают. И у нас идет процесс, что мы сначала то, что они хотят, мы разбираем, они понимают, что этого, оказывается, они не хотят, это какой-то навязанный стереотип. Социальная программа, хотелки родителей, много-много чего вот в этом комке намешано, и когда мы его разбираем, они понимают, что это как бы не желание, а что они хотят, они не знают, мы не знаем, чего мы хотим. И мы начинаем на этом марафоне, мы сначала начинаем составлять, что мы хотим, потому что это один из самых трудоемких процессов, узнать вообще, что мы хотим. Мы сначала начинаем составлять, что мы хотим, а потом после этого мы уже начинаем делать этот процесс, чтобы к нему прийти. Прийти в том состоянии, чтобы не запыхавшись к нему бежать, там язык на плечо, волосы на ветру развиваются. А именно в том процессе, чтобы ты ощутил удовольствие от каждого шага, от каждого мгновения приближения к данной цели. Вот она жизнь, когда ты четко знаешь, что ты хочешь, к чему у тебя горит душа. Потому что иногда, когда мы говорим, я хочу это, я просто хочу это, а когда начинаем разбирать, ну, было такое, что просто люди говорили, как бы, ну да, наверное, я хочу, потому что, не потому что мне это надо, а потому что я хочу, чтобы получить признание, что да, вот я такой крутой, я вот купил вот это, вот да, вот я вот добился вот это. Кому-то что-то доказать, что ты чего-то достиг. Но тебе это не нужно. То, что к чему ты идешь, тебе это не нужно. И когда мы понимаем, что такое признание, как ты можешь это признание ощутить на самом себе, то тогда вот это вот пшик просто. И когда человек понимает, что ему нужно на самом деле для него, для того, чтобы летать, тогда он себе и ставит те цели, от которых ему просто хорошо, что он уже понял, что он хочет. И, конечно, его путь к этой цели, к его мечте, к его желанию, он становится иным.
Потому что он идет к тому, что он знает, он идет к себе. И каждый шаг у него просто получается фантастически приятным. Потому что каждый шаг – это познание самого себя. Это иные состояния. Бегу, трусы раздулись. Ну да, что-то в этом роде. И как раз вот это вот именно, вот эти все процессы, они про нахождение самого себя. И это очень круто, когда ты есть, когда ты просто есть, когда тебе просто кайфово от самого себя. Как ты можешь передать кайф кому-то другому, если ты не знаешь, как его это кайфовать? С тобой рядом человек, какой бы он ни был, он не сможет кайфовать. Потому что ты не знаешь, как с собой кайфовать, как он может с тобой кайфовать. Ты не знаешь, как от себя радоваться, как кто-то другой может от тебя радоваться. Ты не знаешь, какой ты клёвый. Как другой это может познать? Ты не знаешь, какой ты легкий, какой ты воздушный. Как другой это может познать? Как ты это можешь ему передать, если ты сам это не ощутил на себе? Приходите в клуб, будем это разбирать. Приходите на индивидуальные марафоны. На марафоны с глубокими проработками. Будем это все разбирать. Когда вы становитесь иными, вы просто не представляете, как я от вас кайфую. Когда вы познаете себя, и когда мне, как сегодня сказали, на марафоне, на возможности меня, когда мне сказали: «Света, ты даже не представляешь, ты мне дала вот такой вот ключ. Я только ради этого сюда пришла. Это же клёво». Я кайфую от ваших открытий. Я кайфую от того, когда вы себя познаете, вы как будто этот панцирь снимаете. Вы же становитесь вообще другими. Вы становитесь открытыми, легкими, веселыми. Не потому, что от вас кто-то этого хочет, а потому, что вы начинаете кайфовать от себя. И хочется с вами встречаться, видеться, общаться, постоянно какие-то вот эти вот переписки, потому что это легкость. Потому что вы становитесь настоящим. Без вот этих вот грузов, ярлыков, социальных предубеждений, масок, 10 ролей, вот с этим вот шифонером вы постоянно идете. Это кайф, когда вы находите себя, это кайф. И пока я могу помочь вам найти ваш путь, я это буду делать с огромным удовольствием. Я хочу быть в кругу счастливых, легких и радостных людей. И у меня таких становится все больше и больше. Я кайфую от этого. Я от вас кайфую. Я тебя. Сын говорит: «Я тебя». Ребятки, если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, то будем завершать эфир. Завтра я постараюсь выйти в эфир в закрытый клуб, но не обещаю, потому что завтра как раз
собраться, потом в аэропорт, нам до аэропорта 3 часа ехать. А второго обязательно проведу. Прилечу уже и проведу из Екатеринбурга. А второго, кстати, еще будет на моей страничке эфир. Основной. Поэтому всех люблю, всех обнимаю. Спасибо огромное, что были вместе со мной. Мне с вами, правда, очень приятно. Всем пока.